Арсений Гуричев. Магия утра. Поезд. Проснувшись, ты можешь не сразу понять, где ты находишься. Но как только ты услышишь этот звук, этот мерный стук колес или скрип приборды в повороте, а может быть, ты увидишь яркий свет прожектора на полустанке или почувствуешь запах уголька, ты сразу поймешь, что ты в поезде. И когда ты едешь в поезде, то ты можешь осознать то, что поезд является моделью времени. И когда он идет по этим истинно-черным, длинным, ровным, как нитки, рельсам, он идет во времени, и ты движешься во времени вместе с ним. И то, где ты был еще 5 минут назад, 1 минуту назад, тебя там больше не будет. Никогда больше этого не будет. Когда больше тебе не будет гладить маму по голове? Когда у тебя не будет первого, этого белого, свежего, яркого снега? Никогда у тебя больше не будет первого поцелуя? И руки в руке у тебя тоже не будет. И никогда ты больше не пойдешь, как тогда, по лужам брусчатки. Этого больше не будет. И тогда ты можешь подумать о том, что этот каждый миг, эта каждая минута, она самая дорогая, самая ценная. И ты будешь проживать этот миг с полным вкусом.